Thank you.
Для вас играет сегодня ансамбль «Живые люди». Мы начали с композиции Телониуса Монка, она называется «Well We Needn't». И продолжим циклом собственных композиций. Это альбом, который мы хотим записать в ближайшем будущем. Он будет называться «Новые города». И первая его композиция носит название «Мантра». Thank you.
Следующая композиция, собственно, заглавная композиция этого альбома, она называется «Новые города». Thank you.
и завершим этот цикл композицией, которая называется «Приметы». Thank you.
спасибо. Для вас играет сегодня ансамбль «Живые люди». Это Юрий Севастьянов, тенор, саксофон. Юрий Галкин, контрабас. Петр Талай, барабаны. Меня зовут Наталья Скворцова. Мы продолжим после небольшого перерыва. Thank you.
Дамы и господа, ансамбль «Живые люди», мы продолжаем наше выступление. Это был джазовый стандарт, если вы узнали, тема называется «Салар». Продолжаем нашу композицию, она называется «Предчувствие». Thank you.
следующая композиция называется «Черный и золотой». Thank you.
Thank you.
это был ансамбль «Живые люди». Юрий Севастьянов, тенор-саксофон. Юрий Галкин, контрабас. Петр Павалай, барабаны. Меня зовут Наталья Скворцова. Большое спасибо, пожалуйста, приходите к нам еще. Всего хорошего.